Оценив успехи твоей эскадрильи в нескольких особо важных операциях, решено создать специальное подразделение на базе полка. Командиром подразделения назначаетесь вы, капитан Звонарева. По машинам, девчонки. Непорядок, товарищ полковник. Женщины воевать не должны. Согласен. Но эти воюют. Дай бог всякому. А вы как в темноте-то летаете? А мы как кошки, так и летаем. Наша задача – найти слабое место в кольце окружения, одновременно получить сведения об этом секретном объекте. Товарищ полковник, боевое задание выполнено. Себя не жалеете, машины не жалеете, бомбы немцам прямо за шиворот кладете. То, что вы сделали, настоящий подвиг. Я буду лично просить руководство страны наградить всех участников операции самыми высокими наградами. Какие у вас основания подозревать в предательстве боевого офицера? Идет война, и нарушать приказы не позволено никому. Ох, как мы рискуем. Но другого выхода все равно нет. Страшно. Очень. А можно, когда все это закончится, я вам писать буду? Пиши. Ты понимаешь, что они, скорее всего, разобьют? Есть задание. Его нужно выполнять. Гуля, что случилось? Светлая память нашим девочкам. Значит, новое задание? Да. Очень важное и срочное. Вылетать нужно сегодня ночью. И мы не пощадим жизни ради победы. Каждая из вас, я уверена в этом, готова ради нее погибнуть. Но надо жить, девчонки! Надо жить!